Итак, всем привет, с вами Топгай. Мы продолжаем играть за США Кайзер Шизу под МакАртуром. У нас уже неплохая часть Америки под контролем. Мы уже имеем стабильный один фронт. И я думаю, будем сейчас потихоньку переходить в полномасштабное наступление. Разобьем Конституционную Американскую Республику. Добьем Миссури и останется лишь добить Тихоокеанскую Народную Республику. Эти ребята, я, кстати говоря, не очень верю. Они к нам просто потом присоединятся, как война закончится? Наверное, да. Они, возможно, против нас пойдут, но... Блин, наверное, не должны. Они бы уже пошли против нас, если бы могли, наверное. Да? Тем не менее, у них, кстати говоря, войска мы все отбираем, потому что они их распределяют неправильно. Лучше под нашими генералами, пускай качаются. Наши генералы, собственно говоря, тоже качаются. Ну и здесь тоже у нас ребята тренинг. У нас манпауэр закончился, но это только потому, что мы всех людей в армию берем. И, кстати говоря, гарнизоны, потому что у нас растут потихоньку. У нас в гарнизонах уже 70 тысяч, это тоже немало. Тем не менее, наступление идет, у нас все отлично. Поехали. И вообще, я думаю, можно еще вот отсюда перейти в наступление. Типа, а чего нет? Если как бы... Да. Надо уже вот этот вот перешейк разбить. И вот эти войска окажутся в полном окружении. Ну и будем уже ликвидировать вот это и на запад идти. Здесь тоже войска наши очень жестко наступают. В принципе, проблем у нас нету нигде. Мы уже слишком сильны по сравнению с другими американскими воюющими сторонами. Я тоже думаю, мы можем нажать уже стрелочки вот эти вот. Типа, почему нет? И надо авиацию бы перебросить, кстати говоря. Опять-таки, доктрина доступна, надо взять. Авиация куда пойдет? Это у нас как раз таки тактические бомбардировщики. Давайте, наверное, один сюда, другие сюда. Но здесь, в принципе, авиация как оставалась, так и остается, я думаю. А у нас тут появляются тяжелые истребители. Пока что всего 16 штук, но посмотрите, какая у них дальность, да? Как кайфово будет с ними потом играть. Да, они будут стоить дорого, но тем не менее. Закидываем сюда, будут они потихоньку начинать свою работу. Я бы еще поставил себе, наверное, вот этот баф, да? Ну да, на обнаружение, на эффективность заданий. В принципе, будет, я думаю, полезно. Тут они потихоньку набирают опыт. Конечно, хотел бы их потренить мирно, чтобы не терять лишние единицы боевые. Но уже как есть. Кстати говоря, взяли Канзас-Сити. По-моему, это была столица как раз-таки Миссури. В данный момент. Но уже столица перенеслась в Остин. И мы можем наступать здесь, я думаю. Вполне себе. У них уже нету дивизии просто на всю ширину. Так что да. Мы отправляемся вперед. Есть у нас федеральный план мобилизации. Отлично. Можем пойти сюда. Это даст нам людские ресурсы. В принципе, нам это более-менее нужно. Либо просто снаряжение. Не, ну забейте. Снаряжения у нас хватает. Вообще, сколько нам там? 200 пехотки, 120 арты и 55 танков, скорее всего, каких-нибудь плохих танков. За 35 дней, ну, слушайте, ну это какой-то, наверное, слабый, самый слабый фокус из всех, что здесь были. И начинаем потихоньку качать, наверное, здесь отдел криптологии. Будем взламывать основные великие державы. Я не очень пока уверен, с кем мы будем в первую очередь воевать. Думаю, однозначно будем воевать с Японией в один момент. Скорее всего, с кем-то из Европы, смотря кто победит там в войне с интернационалом. Ну и слушайте, просто везде все зеленое. Как приятно на это смотреть. И как приятно смотреть на то, что наш фронт продвигается постоянно. Думаю, победа уже не за горами. У нас, кстати говоря, закончились люди. Ну, сейчас отсюда получим. И получим еще фактор военнообязанного. Скорость мобилизации восстановим. И, наверное, уже стоит ограниченный призыв сделать. Сейчас у нас еще 30 политки. А, ну, кстати говоря, еще вот люди. Собственно говоря, ополчение всегда помогают в этом плане. И я думаю, пора нажимать наступление на Лонгийский фронт. Это как раз с Миссури. Мы сейчас сходим в финальную стадию войны с ними. Так что, думаю, уже пора. Кстати говоря, вот и окружение подъезжает из этих частей. Это, несомненно, приятно наблюдать. О, порядок восстановлен в Индиана. Не очень я уверен, где это. А, ну слушайте, вот нашли мы. Видимо, надо контролировать какое-то длительное время. Но это супер. Это еще плюс люди, это еще плюс промышленность. Отлично. И я думаю, мы наконец можем наши лодки полностью выводить. Наш весь флот пускай начинает свои операции здесь. У нас будет вот здесь вот все так же защита конвоев, я думаю. Но вот это у нас на ударное соединение уходит. И на рейды, конечно, тоже. Мы, в принципе, готовы здесь уже воевать на полную. И последние войска на севере от Миссури добиваются успешно нашими. Отлично. Здесь у нас все теперь уже схвачено. Можем начинать взлом. Так, будем взламывать, пожалуй, кого? Я думаю, Японию, так или иначе, я не думаю, что хоть кто-то ее капитулирует, так что это нам пригодится. Продолжаем качать радиоперехват. У нас выборочная служба готова. Супер. Академию славы можем взять. Это что нам даст? Пополнение, кстати говоря, 10% скорость. Это же имба.
Это нам надо. Максимум подготовки, кстати говоря, плюс 10 звучит странно, типа 10% следующего левела, что ли, можно будет качать в... Вот здесь вот до диплоя, наверное, да. Либо просто промка, да. Ну, слушайте, на дистанции, конечно, промка хороша. Но нам не нужна дистанция, нам нужно скорее сейчас дожать, плюс-минус. На дистанции мы и так будем очень сильны. Что пойдет. И можно сюда шпионов засовывать, наконец-таки, чтобы с укреплениями бороться и плюс получать больше бонусов от разведданных. Наверное, стоит тогда дать отдела покачать тоже. Ну и потери, конечно, катастрофические для американского народа. Но у нас они именно не такие большие, но вот наши противники выставляют, конечно, все больше и больше людей. Конечно, это ужасно, но что нам остается делать, кроме как сражаться с теми, кто против нас воюет, верно? Они нас стреляют, значит, мы должны стрелять в ответ. Но скоро это уже закончится. Атланта близко, Остин тоже уже недалеко. И потом останется лишь Тихоокеанские штаты добить. Я заметил очень невероятную вещь. У бота здесь есть броня в дивизиях. Я так понимаю, это немецкие дивизии с легкими танками, а у меня ПТО нигде нету. Это некоторая проблема, но такая очень локальная. Мы, я думаю, с этим разберемся. Есть, кстати говоря, Академия Славы. Теперь давайте, ну, закупка боеприпасов, хоть там и смешные бафы, конечно. И начинаю я уже обучение моторизованных дивизий. Делали просто, опять-таки, дефолт достаточно дивизию. Потом я, наверное, дублирую эту дивизию для танковых. Ну и часть останется у нас моторизованными. Думаю, будет нормально. Я решил, что эти ребята уже обучились полностью, в принципе, там угрозы вроде как пока что нету, давайте-ка их используем вот здесь как раз-таки, этот фронт сделаем вот так, освободим для них место, только сейчас, пускай они доедут сначала, конечно, потом уже будем сопровождать фронт. И начнем наступление, пока что давайте все остановятся, у нас бонусы от планирования есть, давайте они зачилятся. Все. Так, я сказал, все зачилятся, пожалуйста. Все зачилились, отлично. Все ребята на позиции сейчас будут двигаться, и все потихоньку будут набирать планирование. Будем начинать завершающую стадию, я думаю, этой войны. Предзавершающую, наверное. Потому что завершающая будет вот это, тихоокеанские ребята. Но предзавершающую это разобраться с этим, кстати говоря. На их месте я бы заключил перемирие, но я думаю, это уже вряд ли предусмотрено модом. А, ну, кстати говоря, агента захватили. Блин, неприятно, но я чувствую, мы закончим нашу операцию до того, как его убьют или расколят. Так что начинаем здесь атаку. Начинаем, я думаю, атаку. Блин, вот, знаете что, я не хочу начать наверху атаку. Мы просто вообще уберем тот приказ. Начинаем здесь атаку, начинаем вот эту атаку. И начинаем, я думаю, вот эти атаки тоже. Полностью все сюда. Даже вот эти бомберы, я сюда их отправил. Давайте их отправим сюда. Все зеленое, отлично. Япония в Тихом океане что-то... Дизайнер на что-то закидывает владельцам, либо мы протестуем. Конечно, мы будем протестовать. Можем бить войну. Они поняли, что у нас мы блефуем, да? Блин, ну вопрос, насколько мы готовы пойти в войну с Японией прямо сейчас? Прямо сейчас, наверное, не готовы. Нам придется возвращать территорию, я думаю, позже. Хотя, опять-таки, я не очень понял, какие территории. Наверное, здесь. Гавайи, допустим, я бы за них бы воевал, потому что мне нужна будет какая-то оперативная база. Но, судя по всему, не за Гавайи. Окей, нормально тогда. И да, здесь наступление отлично проходит. Дополнительные войска свежие очень жестко усилили нашу группировку здесь. Наше наступление здесь отлично. И вот, мы уже близки. Хьюстон мы заберем. Вот это вот тоже мы заберем, Новый Орлеан, и, наверное, мы уже закончим эту войну с этими ребятами. А наш федеральный мобилизационный план переходит на следующий уровень. Так, здесь да, здесь все отлично. Сейчас они должны уже капнуть практически, у нас скоро и ПАВ закончится, но ничего. У нас все еще наступление работает, верно? Нет, наступление закончилось. Можно начать наступление на националистический фронт, и думаю, это стоит сделать, раз он откатился уже. Это приказ наступления. Так что да. Можно теперь их подушить бафом. Уже миллион потерь у Миссури, и здесь тоже скоро будет миллион. Наша армия пока что показывает себя лучше всех. И вот, Миссури пала. Мы еще на один шаг ближе к полному контролю Америки. Мы дойдем до этого финального шага. Так, все, мы присоединяем себя. И надо не забывать, у них есть флот. Флот мы тоже себе можем забрать. Отлично, а что у них за флот?
Слушайте, солидно, солидно. Теперь наш флот становится чуть более единым. Вообще, теперь мы уже вполне себе можем, по крайней мере, повоевать с Японией, а может даже и победить. Мы присоединим еще вот эти два флота и точно станем сильными. Как и было до этого, до гражданской войны. И вот у нас Севентик, это пропаганда, то, что Хью Лонг пал. Отлично. Добиваем теперь националистов, и все силы можно будет сконцентрировать потом на Западе. Останавливаем время на наступление. Давайте перегруппируем просто все наши силы сейчас. Часть уже отправим сюда, вот эту армию и вот эти вот оборонительные дивизии. У нас людских ресурсов немножко не хватает, но, как я говорил, сейчас политику просто потратим на новый manpower, я думаю. И сейчас, после того, как перегруппируемся, кстати говоря, вот наш manpower подъезжает периодически здесь по ополченцам, сможем сразу и в наступление перейти. Нужно только немножко планирования, я думаю, набрать. Новая стадия федерального плана готова. Давай, грузись побыстрее, пожалуйста. Отлично. И мы переходим к контролю военному расходов. Так. Скорость строительства дается, объема дается. Пехотное снаряжение минус 5% стоимости. Кайф. Потом это не так сильно. Вот это, кстати говоря, приятно, судя по всему, да, бафы дополнительные. Но это вот уже не так интересно. То есть нам интересно вот этот баф, наверное, вот это взять. И потом идем в ВВС. Потом может быть что-то во флот. Ну, самое главное вот это добить, конечно. О, вот и порядок установлен в Южной Гае. Еще люди, еще фабрики. Супер. И мы, кстати говоря, снаряжение от них получили. Вот видите, то, о чем я и говорил. Если бы просто боты перешли на нормальные шаблоны, у них было бы все намного лучше. У них есть всякие припасы, у них есть логистика. У них есть чем воевать. Им просто наспавнили этих шаблонов. Они только ими и пользуются, все. И вот это, конечно, очень грустно. Из-за этого все противники намного слабее. Ну что же, у нас планирование готово. Войска у нас на позиции. Авиация у нас на позиции. Можно начинать наше наступление. Националисты будут разбиты. У нас все еще работает баф на них. Работать он еще будет до 16 ноября. В общем-то, чуть больше месяца, я думаю. За это время мы как раз-таки их и добьем. Потери у них сыпятся только так. Уже даже авиация наша уже, ну, вполне себе солидную роль играет, я бы сказал. Здесь, как бы, да, 3 сотни самолетов. И тут тоже. Отлично. Кстати говоря, видели, там 17 тысяч винтовок нам прилетело, как я и говорил. У них есть снаряжение. Они его просто не используют. Мы переводим наши войска на запад. Возможно, прекращение огня. А, можно встретиться, по-моему, и отказаться после этого. Верно? Если я правильно помню. Чтобы просто опять стабильность залутать. Ой, интересная идея, подождите-ка. А, я бы отказался, вообще. Если честно. Если мне сейчас скажут, что нет, вы уже согласились, хотя я только согласился встретиться, то я отменю это решение, так сказать. А вот оно, предложение, смотрите-ка. Ну, короче, да, прикинь, а они просят слишком многого. Я говорил, ребята, я вам говорил, что Новая Англия, блядь, не просто так она такая независимая. Падение Нью-Йорка произошло. Ну, сейчас мы им скажем, что у них должно упасть там было. Мирного решения не будет. Ну, что тут сказать, вот как. Еще 5 поддержки войны зафармили, отлично. Можем переходить в наступление. В принципе, не вижу никаких проблем так сделать. И этими войсками тоже. Весь фронт пускай пушится. А эти ребята бегут на эти позиции. И, наверное, вот этим ребятам тоже бы сюда подбежать. Кстати говоря, получается, если что, Канада, наверное, могла атаковать нас вместе с ними, но не атаковала. Ну что, мы сейчас с ними разберемся. Кстати говоря, смотрите, как кап летит просто. Просто кап летит, потому что у нас здесь основные провинции. Надо срочно их всех сюда перетягивать. Контроль военных расходов есть. Теперь давайте последнее уже. Модернизация инженерных войск. И после этого мы уже закончим с нашими реформами. Я, кстати говоря, перешел в стратегическое разрушение. Давайте его качать. Мы пойдем в стратбомбера потом. Сколько ополченцев, приятно. Наступление тоже начинаем здесь. Авиация у нас, кстати говоря, была переброшена. Я думаю, часть авиации надо перебросить обратно. Раз тут такие офигевшие. Новая Англия такая, да? Давайте-ка сюда. Это и отправим. Ну и вот мы успели, конечно же, дойти до фронта здесь. Сейчас у нас ребята немножко позиции займут хотя бы, да? Планирование, я думаю, тоже наберут. И сейчас пойдем наказывать новых англичан за такое, не знаю, такое вопиющее и наглое нападение нам в тыл. Тузовые маневры разрешено тут проводить только мне. Ну, я думаю, они готовы. Давайте-ка наступление, наступление. И здесь авиация немножко перераспределилась, да, только все еще здесь им немножко не хватает
снабжение. Вот так станет получше вам. Здесь 4000 самолеты просто. Да. Вот в чем дело-то. Блин, а, ну вот у нас есть авиабаза, окей. Все, теперь порешили все вопросы. Еще и авиация нам помогает, отлично. Эта война сейчас закончится. Порядок опять-таки восстановлен в Южной Индиане. Пускай восстанавливают. У нас моторизованная дивизия готовая. Пока что их не буду деплоить еще, пускай посидят. Может, я что-нибудь в них еще поменяю. В бою они мне сейчас вряд ли будут нужны, так что пока реально чилит. И вот она, модернизация есть. Давайте, ограниченная поддержка с воздуха. Так, нам уже вот это не надо докачивать, да? Береговые укрепления фигня, навелбомберы фигня, людские ресурсы. Ну, если когда-нибудь вдруг нам нужно будет 16 тысяч, то мы возьмем. Но я думаю, у нас намного больше их будет. Здесь у нас ничего особо прям так не нужно, я думаю. Это здесь какие-то, наверное, будут бонусы есть. Хотя, блин, ну, честно говоря, как-то я даже не вижу. Вот это только, наверное, сильно, да? Ну да, производительность минус стоимость, окей, это круто. Но это единственное. У нас так достаточно большой будет флот. А вот сюда нам нужно будет выйти, я думаю, 20% стоимости истребителей. Это просто безумно много. И вот оно. Тихоокеанская народная республика пала. Блин, только нам сразу не дают ее капнуть. Не-не-не, мы-то все заберем. 100%, ребята. Даже не думайте. И флот мы тоже заберем. Эх, как же наш флот просто только что удвоился, черт возьми. Посмотрите на это чудо, оно растет просто нереальными шагами. Я думаю, эти вот все тихоокеанские земли, которые мы отдали, мы вернем очень скоро после объединения. Конечно, там скорее всего дебафы нужно будет убрать, но сразу после этого мы поедем за японцами. И там начинается война с османами, но нам это не интересно. Нам интересно просто добить уже новую Англию, которая подумала, что она реально может нам что-то сделать. Ну, они ошиблись. Американское противостояние. О, что это такое? Единственными оставшимися живых. Напряженность. Смотрите-ка. Картер дает неограниченную власть. Вроде относится к его мане величия. Ага. Я тут только что понял одну важную истину. Так, давайте-ка это мы отдадим им обратно. Это мы отдадим им обратно. Сюда мы поставим генерала, который вот этот. Пускай некоторое время будет переезжать, но пофиг. А здесь эти войска поедут вот сюда. Да? Через 13 дней у нас выберется первый вариант. Смотрите, какие у нас там есть пути. Предатели, это мы сразу воюем. Вот это мы. Смотрите-ка, это мы выходим на фокус. Давайте-ка вам я его найду. Вот оно. Это, по-моему, сенат американский народ. Или нет, это вот этот фокус, да. Вот этот фокус. Затем предатели, это, наверное, как раз вот сюда. Договориться, это, наверное, хунта. Он так, и этот, если, по-моему, его убьют, что ли, выдвинут его в отставку, да. Но мы хотим не отдавать им власть, так что мы выберем вот этот, наверное, либо вот этот, и там опцию на войну тоже. Там есть такое. Так что сейчас у нас войска займут позиции, и будем заниматься. О, смотрите-ка, они прибыли, прибыло снаряжение оттуда, ребята, ну, вы немножко поздновато. Сейчас у нас, в общем-то, будут другие вопросы решаться уже с вами. И я посмотрел вариант первый, там мы точно отдаем им власть, там нет варианта пойти на войну, так что мы берем второй вариант. И ну-ка, да, у нас все на позициях, в принципе. Давайте-ка дождемся еще один день, чтобы ребята чуть поболучше подготовились. И объявите их предателями, я думаю, да? Тем временем Бостон мы берем, Бостон будет задаваться. А мы сейчас, я думаю, разберемся с командным центром. Да, так и происходит. Они объявляют нам войну. Ну что ж, удачи, ребята. Так, падение Бостона, кстати говоря, Новая Англия возвращается к нам. А западный командный центр просто, в принципе, не готов к этому столкновению. Им надо было просто согласиться. Но они, видимо, решили иначе. Ограниченная поддержка воздуха готова. Теперь можем заниматься полностью воздушными силами. Отлично. 30-й год, и мы, в принципе, заканчиваем войну, качаемся полностью, выкачали всю армию, выкачали всю промку, качаемся воздух. И потом немножко Тернофлот покачаем, или там политический фокус, наверное. Так что мы, я бы сказал, очень в хорошем темпе идем. И как я и говорил, да, сопротивление здесь мы особо-то и не встречаем, я бы сказал. Ну, там одно ополчение, хотя, конечно, под нашим командованием они превратились в грозных, собственно говоря, бойцов. Савинков объединяет Россию тем временем. И идет падение Пекина, японцы, видимо, а нет. Японцы не начали, а вот Фэнтянь начал воевать в Китае.
Россия объединилась, но здесь вернулась территория, здесь какие-то вернулась территории, но вот здесь вот еще не вернулась, кстати говоря. А Австрия воюет с Чехией зачем-то? Точнее, Чехия воюет со всей Австрийской империей. Видимо, они решили пойти в независимость какую-то. Ну, не повезло им, не фартануло. У тебя там какой-то политик, допустим. Не сильно мне это важно. Мы, кстати говоря, уже половину, я бы сказал, нужных нам доктрин морских выкачали. Прекрасно. Ополчиться тоже продолжаем потихоньку поднимать. Это все еще людские ресурсы и снаряжение бесплатное. И, господи, у нас, я чувствую, будет просто бесконечность людских ресурсов. Потому что я там еще немножко заглянул в потом фокуса МакАртура. И чтобы видели, я вам покажу, давайте кусочек. Опять-таки, там вон 3% военнообязанного, 3% военнообязанного. Опять-таки, там еще где-то что-то военнообязанное. Еще и еще, там у нас, не знаю, мне кажется, 10-20% будет военнообязанного просто по духам. Так что звучит очень сильно. А мы здесь расширяем, конечно же, наше тяжелое ВВА. ЮСАФ, давайте-ка делаем. Поехали. Теперь у нас, оп, скидочка 10% стоимости. Как это прекрасно. Еще и атака плюс 5, то есть... Еще и статы тоже качаются. Супер, это мне нравится. И давайте сразу идем, я думаю, вот сюда. Поехали. И западный командный центр был нами аннексирован. Все, МакАртур теперь имеет абсолютную власть в Америке. На этом, я думаю, эту серию можно было бы и подзакончить. Восстанавливать Америку мы уже будем в следующей серии, ребята. А с вами был Добгей. Подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны. Лайки, комментарии, ребят. Группа в Дискорде. Все как обычно. До скорых встреч. Пока.